Всем привет! Решил я продолжить смотреть игру «Это полиция, сынок». У нас пятый, по-моему, день. Отставной полицейский Томас Блейн застрелил беременную женщину. Отставной коп Блейн. Я думал, что она террорист-смертник. Мэр Роджерс. В городе нет проблем с расистами. Ну да, там политика. На мэр... приказал уволить всех негров, чтобы на них нападения не было, чтобы журналисты не говорили. Зачем мужчине нужен сарай, чтобы хранить все то, что нельзя принести домой? Лет 30 назад, когда я всерьез увлекался сельским хозяйством, я тащил дом, что попало. После дня, проведенного в поле, приходил домой с ведрами, лопатами, в грязных сапогах, моментально превращая гостиную в помойку. Тем не менее, было кое-что, что я быстро стал хранить только в сарае. Пулемет. Я перестал держать таблетки дома, потому что каждый раз, когда я собирался принять тройную дозу, кто-то стучался в дверь моей спальни. Теперь кто-то стучится в дверь моего сарая. Ладно, не каждый день кто-то хочет навестить твой сарай. За все эти годы, что мы с Кендриком работали вместе, он ни разу не был у меня дома. Мы напивались в барах, ездили на рыбалку, ходили в горы. Однажды даже подрались с браконьерами. Но он никогда не приходил к нам на семейный ужин, ни разу мы не смотрели с ним вместе футбол. И вот теперь он неожиданно нагрянул ко мне в сарай. Я старался выглядеть невозмутимым, словно каждый день принимаю гостей в сарае. Особенно гостей с личной охраной. Но проницательный Кендрик явно уловил смущение на моем лице. Извини за сюрприз, Джек. Мы увидели из машины, как ты шел сюда. Я пройду на минутку. А эти ребята подождут снаружи. И давно ты ходишь с телохранителями? Это люди Сэнда, Джек. А, теперь ты появляешься на людях в сопровождении мафии? Джек, сегодня ночью я уезжаю. Вернее, улетаю. Беру Дженни, девочек и исчезаю. Больше мы с тобой не увидимся. У меня будут новые документы, новое имя, новая биография. Все новое. А в газетах пишут, что ты еще неделю поработаешь в участке. Если я не скроюсь сегодня, другого шанса уже не будет. Как ты мог заметить, мы во Фрибурге теперь не слишком-то рады. Ну и как твои мафиозные друзья смотрят на отъезд? Джек, если я не улажу с ними все дела в ближайшие часы, они начнут убивать. Меня, мою семью, моих самых дальних родственников. Бог мой, еще неизвестно, что они еще сделают. Они узнали о том, что я попытаюсь сбежать и потребовали, чтобы мы закрыли... дело какое-то, что ли, не успел прочитать. Контракт, Фрэнк, серьезно? Это у вас теперь так называется? Может, юристов пригласить, чтобы все оформить? Закрыть контракт, то есть у них была договоренность какая-то, что он не мог выполнить. Сейчас не время, Джек, прошу тебя, у меня перед ними обязательства до конца года. Им нужны связи в полиции. Я не могу просто вернуть им деньги, с мафией это так не работает. Если кто-то кому-то я могу доверять, не прикроет меня, мне конец. Ты молоток, ввязался в какое-то дерьмище, а теперь на нас это все вешаешь. Ты знаешь меня, Джек, я бы не просил, если бы не боялся увидеть сегодня вечером своих дочерей разрезанными на куски. А других людей на куски ты не боишься увидеть разрезанными? Любой на моем месте прочел бы лекцию о том, что раньше нужно было думать о дочерях, но я не стал его мучить. Как бы теперь ни повернулась судьба Кендрика, мучение ему достанется в избытке. Что значит помочь? Человек жил в свое удовольствие, греб деньги, работал с мафией. Наверняка там накопил какую-то сумму, понимая, чем занимается. Спек говорит, ой, извините, мне пора, чемодан уже, деньги не помещаются, я поехал. А вы продолжаете дерьмо хлебать по всем моим обязательствам. Правильнее отказать. Ну, видимо, сюжет игры-то на...
стоит на том, что нам надо помочь и взять его обязательства как-то еще и с мафией начинать работать, потому что нам-то тоже денег надо заработать до пенсии за 180 дней. Правильно отказаться и дать ему пистолет, чтобы он вышел и в машине застрелился. Ну, хотя мафия все равно, даже если я откажусь, они убьют его, убьют его семью, и все равно придут ко мне, потому что связи к полиции им нужны. Там такие деньжищи крутятся, что без этого разговора не будет. Не обойтись. И он обязательно будет. И они придут ко мне сначала с предложением, а потом, видимо, уже без предложения, просто с пистолетом. Поэтому на самом деле здесь даже выбора нет. Так и так мы будем работать с мафией. Ну пусть хотя бы они останутся. Дай моему телефон, дай ему мой номер телефона и скажи, что дело улажено. И не звони мне, не появляйся сегодня на работе. Я не хочу больше ни видеть, ни слышать тебя. Иди в жопу. Убирайся нахуй из моего милого уютного сарая, Фрэнк. В этот момент я старался не думать о том, что произошло. Такие вещи все равно невозможно осмыслить. Я явно самый популярный шеф полиции за всю историю города. И должен признаться, я часто думал об этом не без удовольствия. Однажды газетчики написали про меня, он ловит преступников. Поверьте, во Фрибурге это самая высокая похвала, которую только может заслужить коп. И вот я, человек, который ловит преступников, согласился помогать мафии, рискуя найти у себя на пороге сумку, набитую частями тела моих детей. Конечно, за минуту до того, как сам погибну. Эй, помните того копа, который ловил преступников? Оказывается, он был мафиозной сучкой. И все ради того, чтобы один жадный коррупционер смог без проблем бежать из страны. Как такое уместишь в голове? Я только что уместил. Они бы убили его, потом принесли его голову тебе в сумке и сказали, хочешь такое же с твоими детьми? Будет. Начать день. У нас какие-то дегенераты. Один вот более-менее есть. Остальные просто вот... Про этих я вообще молчу. Она вообще понимает, где находится? Я не знаю, что такое уровень 5. Но форму смогла надеть, значит, уже 5. И два детектива. Без музыки. Сурово все. Как бы вы ни относились к городской администрации, ваш полицейский участок находится в их власти. Чтобы улучшить свои рабочие условия, вы должны отправить соответствующие запросы в мэрию. Типа стульчики, бумажку. Зарплату мы получаем в мэрии. Увольте всех черных, тоже в мэрии. Дела. Мэрия. Решение мэрии зависит от того, насколько они довольны вашей работой. Отправлять запросы можно не чаще одного раза в 5 дней. Мэрия может полностью отказать вам или удовлетворить лишь некоторые из запросов, так что просите лишь то, в чем действительно нуждаетесь. Мы ему просто нахер будем посылать. Слот до детектива. Это было бы хорошо. Улучшение экипировки спецназа. У нас детективов всего два. В этой смене. Полицейский участок, биржа труда. Офицеров можно двоих нанять. Вот Требор. Давайте на смену. У нас сейчас смена, по-моему. Ириека Мурата. Хотя вот есть же политические взгляды неизвестны. Это подозрительно. Арис, Глен Гей. Нет, Глен Гей. Сменишь фамилию, придешь. Штат заполнен. Начинаем работать. Что стряслось? Нарушение общественного порядка. В кафе с самого утра спит грязный бомж, который регулярно писает под себя.
Он отказывается уходить, рычит на любые замечания, распугивает посетителей. Бердж младший, это твой уровень. С папкой смотайтесь. Бомжа, думаю, сможете дотащить до выхода. Два мужика. Здесь что, желтенькое что-то? Ограбление. Магазин алкоголя. Прикосновение Диониса. Женщина увидела из своего окна, как в винный магазин напротив вошел мужчина с пистолетом и чулком на голове. Это сурово. Вооруженно, значит, он приготовился. А если он приготовился... Значит, дело серьезное. Двоих оставлю, потому что явно там будут еще какие-то дела, пока вернутся вот эти двое. Хотя с них толку-то, как с козла молока, с двух. Жилой квартал, драка. Позвонил продавец Пирожковой, который увидел, как на тротуаре сцепились два двойника Элвиса. Они ругаются на испанском, бьют друг друга микрофонными стойками. Да прекрасно. Микрофонные стойки, конечно, опасно. Пусть едут двое. Вот эти сейчас двое должны приехать. Что случилось? Отчет. Нарушение общественного порядка. Преступник скрылся. Бомж обоссанный, убежал от двух дебилов. Уполз. Но у них пометка в деле провалена. И я их потом смогу уволить. У магазина есть два входа. Несколько людей убегает оттуда. Подкрасться к черному выходу, въехать в витрину на служебной машине. Шикарный вариант. Давайте к черному ходу, он же вошел в главный. Мужчина с чулком на голове заметил полицию, взял в заложники кассира. Представляет пистолет в голове заложника, орет: «Назад или я ему башку отстрелю!» Кассир мерзко кричит на непонятном языке. Молча прицелиться, показать грабителю, заткнуться, бросить оружие. Приказать кассиру заткнуться. Если начать орать, это повысит градус нервозности, он может выстрелить, мы молча прицелимся. Грабитель занервничал. Не стреляйте, я вас прошу, мне просто нужны деньги, я возьму немного и уйду. Честно, никто не пострадает, и я так больше не буду. Кассир начинает плакать. Пообещать не стрелять, если он отпустит заложника. Скрылся. Блядь, двоих убил. Как так-то? Спецназ! У меня слов нет. Сегодня очень жарко, многие отправились купаться. На прошлой неделе на пляжах Фрибурга утонули 4 человека. Пресса подняла шум. Пожалуйста, отправьте кого-нибудь присмотреть за купальщиками. Не можешь загоришь. Это что такое? Ограбление. У Бао Лянь по дороге в ломбард похитили антикварное китайское ожерелье. Вот это иконостас можно сюда загрузить. Но пока вдвоем. Здесь у нас что? Эрнест Фицджеральд. Сельская местность. Джек, в этом году организаторы фестиваля «Охота на золотого зверя» внезапно изменили правила и сделали конкурс по стрельбе командным, а не одиночным. Сможешь отправить мне в помощь двух своих лучших стрелков? Думаю, ребятам такое состязание пойдет только на пользу. У меня есть один дегенерат. Может быть, успеет тут вернуться. Порча имущества. Галерея современного искусства. На выставку эксплуатации или секс ворвалась группа молодых людей в балаклавах. Начала громить экспонаты, выкрикивая: нам это дерьмо здесь не нужно. 5 человек можно послать. Если я пошлю этого, он тоже загнется. Стопудово. Посмотрим сейчас, может быть, кто-то успеет доехать. Ну, ну, Берч. Блин, он не успел сюда. А вот есть. Попробуйте вдвоем справиться. Драка. Преступник пойман. Это прекрасно.
И давайте, ребята, сразу на соревнования. Берч младший. Посмотрим, как они съездят. Ну, с преступником, конечно, зря мы начали цацкаться. Порча имущества. Отчет. Преступник скрылся. Могли бы застрелить. Зарплата мэрия. Ваше недельное жалование. Надеюсь, вы не разочарованы. Завтра истекает срок. Идите в жопу. Расследование началось. Мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собралась продать антикварное ожерелье, много веков принадлежащее моей семье. Когда я несла ожерелье в ломбард, кто-то сорвал сумку у меня с плеча и скрылся. Я ничего не успела сделать, даже закричать. Фишман, свидетель. Преступник был на мотоцикле, ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро, не успел разглядеть, мужчина это был или женщина. Лицо я не разглядел, одет он был в куртку, как те байкеры, что часто собираются на углу улицы. Это был точно не местный байкер, не все лысые и бородатые, этот был похож на азиата, наверное, японец или китаец. Я не видел в руках у мотоциклиста никакого оружия, по-моему, просто выхватил сумку и уехал. Подъехал, схватил, уехал. Подозреваемый Гуань Инлинь, китайский иммигрант, недавно отчисленный из университета. Здесь у нас что, вандализм? А некого послать все равно. Охранник выходил на перекур, увидел, как подросток пишет матерные слова на стене здания. Я загнал того прошиться на дерево, приезжайте, заберите. А у меня спецназа даже нет. Спецназ тоже, что ли, убит? Здесь что? Ага. Вам необходимы два офицера. Ну кто-нибудь, кто-нибудь. Успели послать. Здесь что? Отчет ограбления. Три новых кадра. Открыть расследование. И где новые кадры? Мистер Бойт, мы победили. Эрнест действительно знает толк в стрельбе. Мы даже кое-чему научились. Он пригласил нас отпраздновать победу охотой. Так что мы на сегодня все. Мы заслужили. Фига себе вы... Вандализм. Пропустить. Преступник скрылся. Печально. Ну, Грант, блин, как так? Надо полить было. Тогда мог гражданский пострадать. Эти приехали. Вандализм. Поймали хоть кого-то. Все невредимы. Завершаем день. Похоже, завтрашнего дня придется проводить гораздо больше времени на работе. Теперь на счету не только каждый день, но и каждый час. Смена Б. Ага, я не могу закрыть дело, мне нужен офицер. Полиции. Давайте мы вот этого. Как его? Это, видимо, информашка только. Нельзя перетащить было. День 6. Томас Блейн, убийца беременной женщины, отправлен в психиатрическую лечебницу. Доктор Элеонора Уотбери. У Томаса Блейна новая форма шизофрении. Мэр Роджерс. Я не люблю, не боюсь своих соперников. Зря. Скоро будешь в зеркале себя бояться. Мистер Бойд, только что тут был мужчина, он передал вам вот это. Началось. Какой мужчина? Кто его пустил на этот этаж? Я не знаю, его никогда раньше не видел. Я пыталась узнать его имя, но он вообще не стал со мной разговаривать. Он в это все время говорил по такому большому телефону, знаете, портативному. Оставил конверт и ушел. Ну, давай взглянем, что там. Там деньжище. А, фотография. Конечно, их могли застрелить через секунду после того, как сделали это фото, но я точно знал. С семьей Кендрика все в порядке. Смысл послания был вовсе не в том, чтобы убедить меня в их благополучном отлете. Это был хлопок стартового пистолета. Мой срок начался, я провел лишь 5 секунд в новом для себя качестве, уже понимая, почему Кендрик назвал это контрактом. Просто чтобы не назвать это проклятием.
Хотя что это, если не проклятие? Бойд. Доброе утро, Джек. Мне тут сообщили, что ты только что получил мое послание. Это кто говорит? Ой, извини, все время забываю, что люди не узнают мой голос. Хотя уверяю тебя, Джек, если бы я сейчас сидел перед тобой, ты бы без проблем узнал меня, как если бы я был членом твоей семьи. Даже лучше. Член семьи, например, жена, может предать. Никто не застрахован, правда? Я не разговариваю с людьми, которые не представляются по имени. Ну ладно, Джек, чему это ребячество? Ты не в том возрасте, чтобы отворачиваться от незнакомцев. Да и я тоже. Вокруг нас, стариков, остается не очень-то много друзей. Хотя, конечно, приходится работать с новыми людьми, заводить новые знакомства. Если ты не настаиваешь, Джек, то можем познакомиться официально. Привет, Джек Бойд, я Кристофер Сэнд. Отлично, мистер Сэнд. Чем вы зарабатываете на жизнь? Вы узнаете об этом столько, сколько ни один простой полицейский не надеялся узнать. Но теперь вы не простой полицейский. Не выключайте телефон. Начинаем сегодня же. Началась взрослая жизнь. 8 из 10. Так я называю принцип, который придерживался с самого первого дня должности. Я должен позволить своим коллегам замять 2 преступления из 10, чтобы они помогли мне с оставшимися 8. 80 из 100. 800 из 1000. Я гордился этой статистикой. Для Фрибурга не так уж и плохо. Я только что официально стал мафиозной шлюхой. Я должен бояться за свою жизнь, за жизнь жены и детей. Но единственное, о чем я мог думать, что станет с принципом 8 из 10. Ага, у нас хорошая смена с детективами, все как надо. От мэрии. Мы недовольны эффективностью полицейского департамента Фрибурга. Мы урезаем ваш бюджет. Кого-то, видимо, придется уволить. Вы потеряли один рабочий слот. Выбрав занятый слот, вы автоматически уволите занимающего слот сотрудника. Так, ограбление. А, 2 офицеров надо. Ёлки-моталки, я-то думал детективов. Янси. Какой-то обычный... Японец, пусть Асанас поедет уже. Без ведущего детектива шансы на успех понижаются. Действительно хотите отправить копов одних? Нет. А вот этот почему не может ехать? Я не понял. Есть же главный. Или он в другой смене? Так, Мэри, а теперь мы можем нанять одного дополнительного детектива. Борг Глазго. На смену А. Слоты офицеров 13 из 15. У нас потери-то в смене А были. Ну что, лаваш. Общежитие Чайна Тауна. Увольте всех черных. Какой-то звонок был, блин, я его нажал пропустить. Покушение на убийство, кондитерская... Сладкие мечты. Молодая сотрудница фабрики поссорилась с начальником, пытается столкнуть его в чан с кипящим шоколадом. Ну, поедет Мурата и Коти. Хотя бы... Ну да, 2 девки одну скрутят. Почему я не могу... Потому что дело в другой смене принадлежит. Прайс. Ты отдала службе.
многие годы, пора отдохнуть. Так, иди, доехали. Преступник пойман, офицеры невредимы. Нормально. Там же что у нас? Угон. Дилан Бёрст, сторож автостоянки, заметил подростка, который ходил между машинами и дергал за ручки. Прежде чем он успел подойти к парню, тот нашел незапертую дверь и скрылся в машине. Через считанные секунды подросток с визгом вылетел с парковки и, сильно превышая скоростной режим, скрылся в направлении пригорода. Пригород это всегда плохо, поэтому пойдет Янси. Остин. И Асана. Асана. Потому что у них там друзья где-нибудь бухают. Композиции. А, это музыка. Блин. Не нравится мне, что дело висит. Может, он съедет куда-нибудь. Стало известно предположительное место угонщика. Начать нагнать преступника, продолжить преследование, обогнать преступника, заблокировать дорогу. Сделаем вот так. Поймали. Здесь что срочно? Захват заложников. Заплаканный детский голос сообщил, что кто-то удерживает его против собственной воли. Меня отпускают на улицу, мучают, издеваются. Больше нет сил, я хочу на улицу к Питу. Мне кажется, это родители. Поедет Перди и Цубаки. Праздник. Отметишься хоть. Дембельский аккорд будет. Поговоришь. С пацаном. Приехали. Так, казино. Поступил вызов от рассерженного клиента казино. Он утверждает, что одна из девиц, которые терлись у его стола, стащили портмоне с парой тысяч наличных и полным набором банковских карточек. Охрана вытолкала его на улицу, заявив, что он пьян. Но мужик не сдается. Дело серьезное, нужны опытные. Так, Джек, тут один мудак не хочет возвращать долг. Это уже вот мафия пошла. Говорит, полиция его защитит. Думаю, самое время показать, на чьей стороне полиция. Нифига себе. И самое главное, это... полицейские эти тоже замешанные. Что там с заложником? Мама не отпускала 10-летнего Джозефа Лавери на улицу, пока тот не съест брокколи. Ясно. Предположения оказались верны. Кража. Преступник пойман. Молодцы. Стоять. Нападение с применением огнестрельного оружия. На выезде из паркинга охранники остановили подозрительный фургон, чтобы проверить членскую карту. Женщина-водитель вместо карты достала из бардачка револьвер и выстрелила. Ребята, день почти закончился. 15 не полагается. Остин. Интересно. Я почему выбрал самую слабую? Может быть, это потом ее можно будет на какие-нибудь дела попихать и уволить. Нападение с применением оружия. Полиция догоняет фургон преступника. Пробовать прижать к обочине. Остановиться через грыль, стрелять по колесам. К обочине фургон не прижмешь. Приказать остановиться, раз она помчалась, она не остановится, так что стрелять по колесам. Фургон преступницы делает резкий вираж, въезжает в витрину секс-шопа. Женщина вылезает из машины, хватает продавца, представляет, как в голове револьвер. Выстрелит преступнице в голову. У меня два моих стрелка-то отдыхают.
Я уже с одним пытался поговорить, блин, отпустить продавца. Преступник пойман. Видимо, убедило то, что ее, то, что мы стреляли по колесам, что мы не шутим. Все, все вернулись. Почему день не заканчивается? Время уже полночь. Блин, значит, получается, без детектива придется брать. Сюда я не могу никого назначить. Да, езжайте. Пока дело не закроешь, день не заканчивается. Но одна надежда на их уровень. Что они втроем там китаёзу скрутят. Со спецназом. Ограбление. Преступник скрылся. Кретины. Провалено. Естественно, провалено. Почему нельзя было назначить человека? Он был назначен, был просто из другой смены. И получается, я не могу завершить день, потому что принадлежит другой смене. Дело. Короче, какой-то глюк вообще непонятный. Требор что-то желтенький какой-то. Ладно, хорош. 2 дня, я думаю, нормально. Не буду больше усугублять, а то как-то странно все навалилось. Роджерс ответственен за разруху в полицейском департаменте. Это уже на нас пошло. Мэр Роджерс недоволен работой полиции. Мэр Роджерс, я найду порядок в полиции. Это вот за то, что мы негров не уволили. Все, он дал команду жуношлюхам травлю открывать. Сложноватая началась игра. С мафией непонятно, чем закончилась. Плюс мы уже замазались так, что ой-ой-ой. Потеряли 2 людей на ровном месте. И китаёзу упустили. Я так и не понял, в чем было дело, потому что человек был назначен, заменить я его не мог, вызвать тоже не мог. И подождать, пока начнется его смена, тоже не получалось, потому что день не заканчивался без этого. Ну, думаю, станет ясно уже по следующим делам, как нужно поступать. Может быть, нужно в течение 1 дня раскрывать и сразу ехать брать. Посмотрю. Дальше будет видно. Еще все-таки поиграю я в нее. С таким глубоким фоном игрушка. Интересная. Наверняка я все запарю, но просто интересно. Вот сам процесс еще что нового будет. Сейчас вот в мэрии нужно налаживать связи, чтобы они там мебель... Ставки давали людей, чтобы нанимать. В общем, буду продолжать смотреть. А вам спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. Мы все запорим, но интересно как.